А сегодня спиздерисовывая подсолнухи Ван Гога. Голый, как шлюшка. Грязно-желтый фон. Цветом, как лицо утопленника. Горизонт специально завален, чтобы ты понимал, как художнику насрать. Контур стола прерывистый, как сон шизофреника. Грязно-желтый стол, как будто солнце стошнило светом. Кривой кувшин сплющенный абсентовым похмельем. С синей полосочкой посередине, типа спортсмен. Подпись «Винсент» прям в центре, чтобы на аукционе издалека было видно. Похож на покебол гепатитного покемона. Корявые, зеленые. Стебельки, как струйки дешевого абсента. Темно-желтая сердцевина подсолнуха. Как высушенное сердце Ван Гога, который не понимал, что семки надо жрать, а не рисовать. Один безжизненно свисает вниз, как голова повешена. Растрепанные лепестки, как остатки волос, вырванных в припадке. Сисечки. Картина готова. Покупайте.